Казик, что ли? На кік? Все возможно. Пупочек, спасибо. Ще раз добрий вечір. По-перше, хочу сказати дякую, що прийшли на трансляцію, погодились прийти, бо це насправді таке, ну, дивовижна річ. Кандидат у президенти прийшов на трансляцію, особливо на таку площадку, як Twitch. Ну це насправді велика рідкість. На моїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб хтось взагалі погоджувався на таке. Бля, що, мене перевели на український, що ли? Сука, дурак. Давайте же сканем бой с чатом. Создаем тегер, распространяем через различные платформы. А шо, это идея! Инвесторы продают сейчас, подожди. Монеты, которые мы выкупаем и сжигаем. Перевести стоит. Нашу как трансляцию тебе? С Борисом на все языки мира. На украинский, на английский. Реально. Я сначала даже не выкупил, оказывается, это то, что я говорил на стриме. Ой, бля, вообще. Спасибо большое, Егор Лазарев, за 120 рублей. Все, ребят, переводите, распространяем этот стрим. А сейчас давайте посмотрим какой-то видос под названием «Конец Twitch близок». О. Живые правила, а Twitch-стримеры все усерднее и усерднее их терпят. И тут возникает вопрос, а зачем вам... А что терпеть-то, я не понимаю. Я вот на расслабоне стримлю и вроде даже не напрягаюсь. Вообще нужен Twitch, когда есть платформа, позволяющая тебе и стримить, и заниматься... Говно ебаное твой YouTube. Для стримов параша вообще лютая. Уж извините, да, но стримить там неудобно, читать чат там неудобно, вообще ничего неудобно, блядь. Платформа для видосов отличная и самая лучшая. Альтернативы нет. Но стримы на YouTube, ну это издевательство, нахуй. Только если казино стримить, серьезно. Вот. Роликами и писать в сообщество, в отличие от Твича. О, блядь, в сообщество писать, вот это ничего себе, блядь. На ютубе могу говорить слово пи... Осуждаю. Да похуй на это слово, блядь. Как будто это так важно, сидеть и говорить это слово. Во-первых. Во-вторых, нет, не можешь, да. Желтая монетка сразу тебе прилетит за то, что материшься. Материться вообще нельзя на ютубе. В принципе. А на твиче можно. Пока что. За это деньги не отбирают, в отличие от ютуба. А, ну да. Но самое умора это тяжелая болезнь Твича, требующая постоянных запретов и банов для стримеров. Ведь без них платформа существовать не может. Например, недавно Алексей Шевцов на своем стриме на Твиче смотрел вумен стримеров, которые вели свои потоки... А это был бан по ошибке, его разбанили. ...мяком из бассейна, что уже давно официально разрешено самим Твичом. Но не вам тут решать, что разрешено, а что нет. И очень жестко и бескомпромиссно наказал любителя бассейна жесточайшим баном за материалы взрослого характера. Уже разбанили. В бассейне, что? В этот же вечер разбанили. Какой стримы в бассейне? Но не только баном маленького человека Twitch известен. За всю историю этого сайта мы видели оленей, женщин в бассейнах, женщин без тряпок на себе, прикрывающие свои прелести таким феноменом, как боди-арт. Но самое смешное — это заявление самого Твича. Однажды сайт заявил, что в аббревиатуре ЛГБТ буква Г означает «геймеры». Свобода слова, демократия, толерантность и все это про Твич, по словам самого Твича. И не дай бог вы не будете согласны с этими тезисами. У них всегда найдется время переубедить вас. Братишка, я тебе покушать принес. Твич это как реалити-шоу, где стримеры соревнуются за больше онлайн, а модераторы за самый быстрый палец для бана на Диком Западе. А если вы захотите узнать причину своего бана, то далеко не факт, что вам ее скажут. Так было и у Вилона, когда его забанили, а он не мог узнать причину бана. Так же и было с доктором Дизреспектом. Я не знаю, что у них происходит, у этих стримеров, но есть ощущение, что некоторые из них просто пиздят, что они не знают причины. Хотя причина известна. Меня сколько раз банили, Индучи? Очень много, и всегда я знал причину. Потому что она автоматически, типа, у тебя письмо, блядь, на почту приходит, где указано, что случилось. Иногда может быть непонятно, то есть причина есть, а она так указана, что ты, типа, не понимаешь, а чего, типа, что? А можно поподробнее, понятнее как-то? Но тем не менее, причина вроде как всегда указывается. Это не может быть так, что тебя забанили просто так, и тебе даже письмо не пришло. С которым Twitch подписал контракт на миллионы долларов, а после этого просто забанил без объяснения причины. Более того, так-то? Причина не ясна по сей день. Негоже... Ну как? Не, во-первых, по-моему, Дизреспект вроде выяснил причину. Смертникам знать причину блокировки их основного заработка, на который они потратили всего лишь лет 6. Но Твичу на это абсолютно все равно. Но как тогда избежать бана на Твиче? Все очень просто. Вам все. А, бля, откровенно говоря, сейчас попроще с этим стало. Оттепель так называемая началась на Твиче. Раньше
Ну прям реально жестко было, прям тряслись стримеры, это было. Вот такие времена были. Когда только все начиналось, за эти слова банили. Меня банили на месяц. И тогда прям вот, блять, там я не знаю, став твича, они злые были, сука, там буквально тебя готовы были сожрать, тебя готовы были отменить нахуй. Забанить тебя на год, все, ты... Сколько там примеров? Эвилона банили, сколько он был в бане. Гексогена банили, да? Сколько в бане сидел. Ну это же пиздец было. А сейчас намного проще стало, сами обратите внимание. Эвилона даже недавно банили, даже, по-моему, раз за два. Разбанили все. Поэтому, как бы, сейчас, конечно, стало полегче. Дали возможность дышать. Да иди ты нахер, блядь. Танхао. Спасибо большое за 120 рублей. Всего лишь нужно стать одним из 350 гендеров, которые заявлены на Твиче. Либо же идентифицировать себя как овечку. Однако получить бан гораздо проще. Нужно всего лишь запустить стрим и заявить, что по твоему мнению существует только два гендера. И после такого бан не заставит себя долго ждать. Ну, я считаю, что существует только два гендера. Если Надеждина допустит до выборов, то у Путина критически сократятся шансы на победу. Представим ситуацию, что 20% проголосуют за Надеждина, еще 10% за Комуняк, а у других будет по 1-2%. Ну а победит Путин в итоге все равно. Ха-ха-ха, Харкубес, спасибо тебе большое за 120 рублей. Напомним. Чё, на Ютубе даже под... На Ютубе даже комментарии под видосами удаляют словами вроде «расчленёнка», «маньяческий» и подобным словам. Так что для стримеров, может быть, Твич не приспособ... не беспроблемный, но для зрилов Твич поприятнее в качестве стримерской площадки. Ну я про это и говорю. Я порой, бывает, иногда начинаю в комментариях где-то на Ютубе под видосом спорить с зетниками. Ну у меня так, знаете, ну часто хочется написать, назвать их всякими там словами. Я пишу комментарий, говорю, ты черт ебучий. Ну ладно. Гандон. Такое сообщение отправляю. И оно отправляется. То есть, как бы YouTube мне показывает, что я комментарий отправил, и я этот комментарий вижу. Я потом захожу с другого аккаунта на этот видос, открываю этот комментарий, и я его не вижу. Комментария нет. Со своего аккаунта я захожу, вижу свой комментарий, но другие люди его не видят, потому что там, блядь, слово «мат» в сообщении. Или какое-то типа оскорбительное слово, даже если оно не матерное, просто чуть-чуть оскорбительное. Все, блядь. Твой комментарий просто не появляется. Это такой пиздец, это анальное...